Установка лобового дефлектора «Стрелка-2» от компании «Стрелка-11» на машину «Чанган CS75+.» Для того, чтобы, когда дворники работают, вода не переходила через стойки, не попадала на стекла, зеркала, и также если окна открыты в автомобиле, уходила в сторону крыши. Как видите, здесь стоит родной, но когда приехал к нам машину, здесь был поток просто грязи, именно вот в этом. Клиент говорит: пожалуйста, сделайте. Для установки дается спиртовая салфетка. Обрабатываем поверхность по стойке. И начинаем. То есть, видите, низ левый. Это водительская сторона, нижняя часть. Берем, немножко вот так вот прям загибаем. Ничего страшного не происходит. Установка происходит прям по самой-самой нижней детали. Вот видите, вот так вот. Здесь по контуру имеется маленький упорчик. Он упирается именно вот между дефлектором родным и стойкой. Вот здесь маленький зацеп есть. И разглаживаем. Здесь поверху он будет клеиться немножко под наклоном, то есть смотреть надо оттуда. Видите, мы вот ровно идем, как шли вот так ровно, так и ложим его. И прям к углу. Снимаем защитную пленку. И доклеиваем уже основательно. И теперь вода будет, вот видите, родной не помогает, будет уходить в направлении крыши. Также правый низ, то есть правая сторона, нижняя часть. Также берем, сгибаем, чтобы нам было удобно. Снимаем защитную пленку. Под наклоном она здесь устанавливается. Вот чувствуем, упираемся. Можете сначала упереться, то есть вот стойку, вот, вот он. Снять защитную пленку и уже приклеить. И опять же, видите, вот так вот под наклоном, чтобы ровно. И потом основательно уже, хорошенько основательно все уже подклеиваем. Дефлектор «Стрелка-2» установлен. Данную продукцию вы можете приобрести в интернет-магазине компании-производителя «Стрелка11.ру». Прямые ссылки на сайт и товар находятся под видео.